Очень громко, очень ярко, весело. Антураж был определенный, атмосфера. Думаю, без них было бы скучно. То есть очень красочно. С этим есть проблема. У нас не так много мест. Таиланд, Занзибар, Индонезия и Венесуэла. Вот четыре места. Он не четыре, и все, больше нет ничего такого. А, и Куба, Куба, пять мест. La cantidad de pasajeros que está llegando a Margarita ha reactivado tanto la economía, el comercio, el turismo, los restaurantes, los taxistas. Entonces, la isla de Margarita, que vive tanto de la pesca como el turismo, en este caso el turismo ruso, ha dado trabajo a mucha gente. Условия. И, к сожалению, бизнесу тяжелее и тяжелее становится выживать на сегодняшний момент. Есть сложности, есть, но сказать, что прям, ой, кошмар и ужас, нет. На сегодняшний момент самое тяжелое, конечно, это военные действия. Это вот, наверное, самое страшное, что может случиться в любой стране и с любыми людьми.